ein Protagonistenspiel ist die Darstellung einer Problemsituation von einem einzelnen Gruppenmitglied in einer Spielszene. И такая игра – это есть представление своих проблем каким-то одним членом для группы. Он является как бы главным актером. Он представляет свои проблемы. Он протагонист. Морено, der das Psychodrama begründet hat, in Wien. Морено, который обосновал метод психодрамы в Вене, hatte ein Gefühl dafür, wer ein Protagonist ist. Морено было особое чутье для того, чтобы выделить, кто может быть протагонистом, то есть главным актером. Hat geschaut, so wer schaut sehr problembeladen aus. Он смотрел и выделял, кто особенно много проблем имеет, таких душевных, выделял это своим знающим оком. Und dann hat diesen Protagonisten gebeten, auf die Bühne zu kommen. И он просил этих людей выйти на сцену. Hat ein Interview gemacht über das Problem. И вел интервью об этих проблемах. Hat für die Bearbeitung dieses Problems Mitspieler aus der Gruppe geholt. И для того, чтобы работать с этими проблемами, он призывал из группы людей, которые играли вместе. Diese Gruppenmitglieder haben dann Rollen übernommen für den Protagonisten. Принимали роли для главного актера. Для того, чтобы играть вместе с главным актером. Морено war der Meinung, dass ein Protagonist für dieses Spiel erwärmt sein muss. Морено была точка зрения, что главного актера как бы надо разогреть для того, чтобы он вошел в игру. Dieser Begriff der Erwärmung ist für Морено sehr wichtig. Это понятие разогревания было весьма важным в концепции Морено. Im Englischen gibt es das Wort warming up. В английском языке существует слово warming up. Und das ist so bedeutungsvoll für das Psychodrama geworden, dass das jetzt in Deutschland übernommen worden ist. И это было так важно для психодрамы, что мы немцы взяли это понятие warming up. Ich denke, dass ein Protagonist in einer Gruppe nicht vom Leiter auszusuchen ist. Я думаю, что главный актер в группе не должен определяться руководителем группы. Jedes Gruppenmitglied hat eine Gruppe, вот эту общую тему besonders repräsentiert. Особенно хорошо может представить. Das ist der Protagonist der Gruppe. И тогда он будет главный актер группы. Ein Protagonist ist also nicht Protagonist, sondern er wird Protagonist. Итак, главный актер не назначается, не отбирается руководителем, а человек становится этим главным актером в процессе работы группы. Вот это вот фазы разогрева группы. Sure. Sie ergänzen das immer ja, so. Ja, ja, muss. Und das ist gut, ja. Aber das war schon so immer fragwürdig, ja, das ist ob schön. Das richtig war. Ja, das ist, ich höre immer ein bisschen mit, das sollte ich dann. Mhm. Gut. Also, das Entscheidende ist eigentlich, dass der Protagonist aus dem Gruppenprozess heraus sich kristallisiert. То есть, главный актер – это результат развития работы группы с проблемами. Wenn dieser Protagonist jetzt das Thema in der Gruppe spielt, если он начинает играть, проигрывать какую-то тему в группе, dann tut das nicht alleine für sich, и он это делает не только для себя, sondern tut es für alle Gruppenmitglieder. Это делает для всех членов группы. Weil alle an diesem Thema beteiligt sind. Also ist das Protagonistenspiel im humanistischen Psychodrama. Итак, вот это игра главного актера в гуманистической психодраме. Nur eine Methode der Problembearbeitung. Только один метод из способов, так сказать, решения проблем.
Im klassischen Psychodrama ist das Protagonistenspiel die Methode der Problembearbeitung. В классической психодраме это фактически единственный метод. Вот игра протагониста, игра главного актера – это вот центральный метод в работе с проблемами. А в гуманистической, значит, один из методов. Ich denke, dass der Gruppenprozess, das gemeinsame Arbeiten an gemeinsamen Themen genauso wichtig ist wie das Arbeiten mit einem Protagonisten. И он считает, что вот эта вот групповая работа над выбором общей темы также важна и особенно важна по сравнению с тем, чтобы только назначить или определить одного главного актера. Aus diesem Grunde sind die Methoden, die wir anwenden, anders als im klassischen Psychodrama. Поэтому наши методы несколько иные по сравнению с классической психодрамой. Oberflächlich betrachtet sind sie gleich. Если смотреть поверхностно, они кажутся одинаковыми. Aber sie haben eine andere Intention, ein anderes Ziel. Но у них есть различия в целях. Ich will das an einem Beispiel erklären. Я покажу это на примере. Wenn im klassischen Psychodrama ein Protagonist für seine Problembearbeitung eine Mutter braucht, dann wählt er ein Gruppenmitglied für diese Rolle als Mutter. Das Gruppenmitglied spielt dann diese Rolle Mutter für den Protagonisten. Im humanistischen Psychodrama betrachten wir die Szene als eine thematische Konstruktion. В гуманистической психодраме мы сцену рассматриваем как конструкцию темы. Die Mutter ist ein Symbol für jedes Gruppenmitglied, sodass alle an dieser Figur, an dieser Rolle Mutter emotional beteiligt sind. Nur dann natürlich, wenn das Thema aus der Gruppe heraus entstanden ist. Но, конечно, это происходит в том случае, если эта тема, вообще тема матери, отношения с матерью, была выделена в общей работе членов группы. Das klassische Psychodrama hat als Wirkungstheorie eine Katharsis-Theorie. Классическая психодрама имеет в своей основе как действенная теория, теорию катарсиса. Dieser Gedanke entspricht auch der psychoanalytischen Theoriebildung. И эта идея также соответствует и психоаналитическим направлениям психотерапии. Es geht darum, einen verdrängten Affekt, ein verdrängtes Gefühl nach außen zu bringen. Речь идет о том, чтобы какое-то, так сказать, зажатое в себе переживание, какое-то зажатое чувство вынести наружу. Denn wenn ein Mensch eine schwierige Situation erlebt, то есть человек пережил тяжелую ситуацию, und dabei Gefühle entwickelt, die nicht äußern darf, и они вызвали такие переживания, которые он не показал внешне, не мог даже показать внешне. Dann besteht die Gefahr, dass er diese Gefühle in sich vergräbt. И, конечно, возникает опасность, что он зажал, так сказать, эти переживания в себе и в таком состоянии носит их. Eine psychoanalytische Idee. Это идея психоанализа. Während der Therapie sollen diese Gefühle, die dort im Menschen sind, во время терапии те зажатые переживания, вытесненные переживания, да, должны снова быть введены в план осознания.
Und der Mensch soll die Möglichkeit bekommen, dann mit diesen bewussten Gefühlen zu arbeiten. И человек должен получить возможность работать с этими осознанными им переживаниями. Und wenn diese Gefühle, die in ihm drin waren, dazu geführt haben, dass er ersatzweise irgendwelche Symptome gebildet hat. И если эти вытесненные переживания привели к тому, что у него появились какие-то симптомы болезни даже, dann sollen hierdurch die Symptome verschwinden. То через эту работу по осознанию и по преодолению болезненных переживаний и симптомов. Thank you.